Ты теперь танк управляешь, по идее. Нет, я вообще тебя никем не управляю. Должна быть кнопка на переключение. А настройка бывает. Ты сам настраивал 4 кнопки и одну. Ну да, я жму эту кнопку. Спасибо, что сдала. Всегда, спасибо. Ладно, колесо должно спасти нас. Это просто какая-то жесть. Раз, конечно. Даже передержание. Да, кстати. Не готов все. А вот и... Старушка Европа хорошо будет. Бля, старушка Европа. Ну, блядь, я не помню, что это делать. Мне кажется, надо сидеть. Раз там пусто. Мне кажется, надо дальше плюс на то, чтобы съебывать. Нет. Плюс игра за каждого забайтившего себя и выбившего из, и выбежавшего из комнаты стримера. Получается минус 3 игры. Нет. И рерол как раз. Так не написано. А чё? Ну все на секунду так дёрнулись. Я в смысле дёрнулся? Я вот так вот. Я сделал вот так. Ну ладно. Ну хоть без плюс игр надось. Тоже неплохо. Могу быть лучше. Мог бы чить и брить. Мог бы. Или одна из разновидностей плюс игра на себе платформа. А, вот так. Хорошо, если я выиграл Amstar джойстик, нет, EBM джойстик. Дамы и господа. Спасибо большое еще за донат, спасибо. Кто сколько может. Кто это? Киллс. Киллс. Спасибо, Киллс. Спасибо большое, спасибо. Давай, давай, крутим реролл. Крутим реролл? Давай. Так. Ищем реролл. Вообще странно, знаешь, что еще? Че? Я видел, когда крутил колесо, там был список автореролл. Но, блядь, как работает автореролл? Не знаю. Разве не удаляешься скипс такие вещи? Без описания сложно. Возможно, он просто в момента. Я не знаю, там. Я думаю, что там вся суть в описании. Ты же понимаешь, что? Эх, если забайтились и обрадовались, то сосите жопу плюс 5. Ну да, да, че. Ты останешься, что ли? Вот не прикрытик надо. Ты положу. А, хорошо! Стример, наводивший этот пункт, играет в пасьянс паук в две масти. Минус играй, с пасьянс сложился. Плюс играл в одном случае. Бля, я очень плохо в пауке. Придется. Да. Так, ладно, а для тупых в чем суть раскладывания паука? Плюс-минус, как в обычной косынке, только там они перевернуты лежат, то есть с верхней по нижнюю в столбцы их раскидать. Короче, глянь правила, поймешь сразу. Ну там и так понятно будет. А, вот видите, я как-то спорил. Спорил, удаляется убывающий последовательности масти от короля до туза. От короля. А, я думаю, просто столбцы расставить. На карту можно положить карту на единицу меньшего достоинства без учета масти вместе с картами, лежащими на ней. Так, в смысле это... А, ну вот так, а столбик собираешь целиком, он исчезает. Вообще, после нанесения карты одной масти, может, это... Так это обычный пассианс, даже не паук. Нет. У тебя все карты сразу есть на поле, ты не нажимаешь вот такой. А-а-а, так разница только в этом. Ну, плюс-минус. Так, ладно, хорошо. 4-2 оценку, кто захейтил? Чего мне понравилось? Две масти, новичок. Ну, он. Ну, плюс игра, так плюс игра, господи, делов-то. На досе не забывай.
Что теперь? Лучше раскладывать. Лучше раскладывать, да. Еще не начал, уже сдается. Так, 2500. Две мать. Спасибо, Яндекс. Так, рекламу надо вырезать. Нам за день не заплатили, да, призови. Так, нету звука, да, никакого? Ой, звука, таймера. Так, ну чё, король. Как перетаскивать? Вот так? А, на туза нельзя? Туз, по-моему, после двойки здесь тоже нет. А-а-а. 5, 8, после двойки. 5, 7. Вот так можно, да? Да. Так. Ты даже можешь эти карты, по-моему, не обязательно на цвет ложить. То есть ты можешь черную на красную, красную на черную. Там, по-моему, здесь важна именно стоимость карты. Разве в чем-то смысл четырех мастей? Да, действительно. Но собрать тебе нужно столбцы одной масти. Да. То есть ты просто временно положить. Да. Просто можешь временно положить. Да. Я не ограничен в ходах. Или ограничен? Не ограничен. Так, ну тогда что тут, туз 5? Нихуя нет, надо открывать карту. Почему 500, 2 500? Это было колесо за полторы, что ты мне рассказываешь. Можешь что-то? Можешь? Не, все равно. Я ничего не могу. Не, уже все. Нечего. Я про чат говорил. А. Так, ну да, теперь это уже... Блин. Блять, это просто ГГ. Уже? Не, почему? Ну ты можешь тоже скинуть. Черный хотя бы. Просто нажми. А в левый нижний. Нет, нельзя. Не скидываться. А, только целиковое уйдет. Да. Туз могу положить только на два. У меня нет ни двоек, тройки я не могу никуда положить. Пятерки тоже. Девятки тоже. Не девяток, я просто никакую карту не могу никуда положить. Двойной клик не работает. Семь. Да, только по-моему. Я тоже перепутался. Пять, все играли паука. Ну я играл паука лет 20 назад. Нет, двойной клик не работает. Ну, мне здесь нечего положить. Просто нечего. Так, ну вот тут вот я могу уже вот так. Это если бы тебе в казино дилер карты раздавал, еще и флайер подсовывал вместе в руку каждый раз. Какая разница? А, ну да, вот. Короля. Ну просто там нет смысла тройку ты вытаскивать. Какую? Ну по восьмерку, ты можешь восьмерку в центре на девятку притащить. А не могу, кстати, я эту восьмерку притащить, почему? А как здесь так, только либо целый... Мастями только. Все, понял. Тогда я понял. А, значит, это руина. Ты можешь сменить ход.
Тогда надо сделать вот так, потому что нужно открывать карты. Нет, не так. Вот сначала вот так. Вольтов нет, десятку я не могу скинуть. И вот так. Вот. Так. Бля, короли пиздец засрали. Короли это тупиковая. Пиздец. Блять, просто в супер долгий пассианс выходит. Ну тебе супер не повезло, что все короли вот так насрали, в три кого-то тебе закрыли. Супер не повезло, что нету четверок, блядь, троек и еще миллион всего. И двоек. Тоже нет. Тройки девать эти сраные вообще некуда. Тебе надеяться нужно на червового вольта и спасать вот эту вот колонку с королем. Сейчас. Так, куда? Куда он сюда? А, у него нет больше десяток. Четверок нет, ничего нет. Вот. А вот и вольты, когда они не нужны. И двойки, и пятерки. Так, тут сходится на двойку, да? Бля, это пиздец. На четверок нет. Они есть, но нет. Да, выглядит как ГГ. Буквально. Ну не, в теории. Если опять, у тебя же вон есть... Ряд десятка по шестерку червей, если ты куда-то пятерку сможешь высвободить. Сейчас, если на нее упадет четверка черная, и рядом будет шестерка черная, ты ее скидываешь. Оп-оп. Широкую на широкую. И все. Да. Широкую на широкую.
все. Так, но сейчас я ничего не могу с ними сделать. А что там как? А, ну просто я взял такую все понял. Да показывай рекламу уже. Какой сагинс? Это тварь в колоде, сука. С каждым этим становится просто хуже. Хуже. И опять не одной десятки. И девятки нет. Что? И семерки нет. Никакого толку от всего, что выпало. Сколько у меня еще карт вот этих? Докрутился? Оп, поймал. Поймал. В этот раз я свой урок не выучил. Психологи перечислили признаки зависимости от компьютерных игр у детей. Если ребенок отказывается если я отменю, от такая... еды, гигиенических процедур, общения с друзьями, привычных интересов. А чтобы все время проводить за играми, а также агрессивно реагирует, когда его просят выключить девайс, то стоит страшно. Охуенный совет, то есть если твой ребенок не ест, не моется, ни с кем не общается и орет на тебя, то с ним какие-то проблемы. Вот это да. Ну, это ВГ. Просто анлаки. Две девятки всего. Так, четыре есть, пятерочка. Нет, пятерочки. А короли кладутся на пустое место? Mm-hmm. Это вообще жопа. Не, зачем? У тебя вон двойка есть. Где? В правом ряду. Это? Да, сюда, туда, туда. Наоборот. А. А, стой, отмени. Ты же можешь даму с вальтом на левого короля? Ну, или на любого, да. Ну, не важно. А четверку на пятерку уже отходишь. А, вот, да.
А знаешь, что вот можешь сделать? Шестерку вот эту вот под даму. Переложить на семерку. Нет, соседнюю. Вот эти три. На семерку. Где на какую? На черную. Даму на конь короля даже на это время. А потом... что было интересно, в брови прошел Казиныч. О, ты его не... Нет, сорян. Давай, с чем мы сейчас начнем? На роли? Ну да. Что после Казиныча-то было? После Казин... Этот... Что-то из золотого списка, по идее. Барни был. Сей. А после Барни? После Барни... Нюк играл в микромашинке. Да, который мы дропнули. Потом реролнули, упал Пародиус. Я его прошел. Нас? Турбографикс. А, да. Ну, он точно такой же. Сейчас Нюк играет. Пасьянс! Ну, уж лучше пасьянс, чем то, что... Чем та же... А, еще Street Fighter был, точно. Есть такой. Что-то вальты все в жопе, да? А тут все в жопе. Все в жопе. Все плохо вообще со складом не фартануло. Прямо очень плохо. Блин, никак нельзя. Нет доступных хабов. Да чё я вообще тупил? Ну и ладно, значит ты сыграл. На гости. Ну что поделать? Паук отстойный. Я пытаюсь вспомнить, проходил ли я хоть раз с четырьмя мастями. А чем? С двумя точно проходил. Можно вернуть ход. А что здесь толку от возвращения хода, если тут от рандома зависит? У меня вначале просто не было никаких ходов и все. Даже если я верну на самое начало. Что толку? Все, придется дропать DOS. Играть в это вообще не хочется. Теперь дропы с одним бровью играть.
Опять? Golden Boy, чтобы... Ну, что поделать? Дропай. Да, с моей фразы какая хуйня. Да, я прям не ждал. Я слышал твое описание, что несколько персонажей, за всеми нужно следить. Никаких сейвов нету, ничего нету, так что давай удачи. Не с верхней правильно. Да, в это не поиграть. Пусть Golden Boy работает. Ну давай, нормально. Хватит. Давай, дропай и роль. Там сейчас и так выпадет. Выпадет? Конечно. Давай. Давай, смелее. Все, все, все. Давай, смелее, смелее. Ну, давай. Ну подожди. Ну давай. Ну подожди. Ну давай. Ну подожди. Ну смелее. Я А, нет, это же там остается 500. Да? Да. Мы же дроны. Чат. Это неправильная инфа. Все быстро туда-обратно. О, нет, это реал. Да? Похоже, реал, да. Да, это стратегия. Японская. Все, сразу это реал. Теперь надолго. Варгейм, да. Не фанат мам, получается? А чё, с косынкой? Да всё, ну, я там дошёл, там невозможно. Да, я даже нажал на подсказку, и там сказали, нет доступно. Ну там старт, пиздец. Да. Увы. Аники зовут? А это дропнул? Да? Ну а чё? Это невозможно. Не, 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 ну жрёв, не видел. А, я кахал. Никакого герова. Чё, первый лук слышно хуже, чем диван? А, ну такой вот микрофон. Нет, опять страшно. Аж три бонка было на турбографике. Easy Just Right, 18 часов. Ну это опять стратегия. Мне интересно, что это за стратегия. Понятно. 5.20. А, я, кстати, по-моему, даже играл то ли в неё, то ли очень похоже. Это что-то по типу NES-овских Advance Wars. Да. Невозможно. Там даже не 5 часов, а 25. Звучит... Выглядит неплохо, конечно. Но нет. Великолепное прохождение. Из золотого списка. Из золотого списка. Хотя я помню рестлинг золотого списка, который доставил проблем. Я каждый раз забываю. Да, каждый раз. Слушай, как шмот какой-то. Супер Дасинаряку? Нет, это тоже стратегия. Ну что ты золотого списка доролишь, и там бучоники. Да, это еще хуже стратегия. Ролим до золотого списка. У меня какая-то на этой хате одни реролы. Сегодня. Рерол, 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 рерол. Прошу, стрит файт. Рерол, 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 рерол. Спасибо большое за рейд. А
что, правда это так плохо слышно? Вы же говорили, что хорошо слышно. Да, я чат спрашиваю. Для нас хорошо слышно. Это новый вид проблемы. Это так и манит. Так и манит, но... Стратегия? Нет, да, действительно, РПГ. А почему на мобайл? А. Ну, на турбографиксе она тоже РПГ. Турбографикс. Давай. Сколько можно? За Марию сейчас пробежать за час. Оп. О, зато там твои хинкали будут. Я бы всегда... Нет, какая-то еда заходит туда, но я не знаю, что... Так 8 вечера. Да какая-то еда? Я же буквально... Так сейчас будет это... Сейчас будет еще еда. Еще? Ну, бесконечный рерол это имба, ты шо? Да. Предлагали звезду Бурю дали сделать бесконечный рерол. Заебись. Чисто до золотых. И то же самое. Ки-ки-кай-кай. Ой, нет, это дроп. Да? Почему? Это шмап какой-то, да? Real shooter? Это дроп из загадочного очень. Че тут, блядь, так что говорить-то, блядь? Ну давай видос сразу же, не терпится. Ну видос, давай. Бля, Шторм Рейвер тоже говорит, это пиздак. Это дроп. Очень знакомое название, да? Блядь, я хуй заиграл. Да. Да. Я даже вот не тратил бы время вообще на ее запуск, я просто бы дропнул. Да, это невозможно. Не серьезно. А можно колесо побавить. Сперва. Чуть в самом деле. Чат, ну. 1000 рублей на колесо. Возможно. Нет, я знаю, что такое, я не буду. Нет. Даже флешка молодой шутливый не прошел. А у него она была? Да. На РГГ-ленде. И будет хардкор, да. Я с первого трая тоже выгибку. Да ну, давай думать сразу. Чего ждать колес? Хотя сейчас... Да погоди. Так и до Стима недалеко? Возможно. Золотой список? Нет еще. Ну, судя по всему, еще очень мало. Хотя... Так следующий должен быть золотой. Опа. Да, поэтому сейчас дропать вообще невыгодно. На Стиме золотой будет? На СНЕСе. А как сработает эмулятор? У нас сейчас должен быть золотой гарант. Но гаранта нет. Случае. А, то есть он в любом случае сохранит? Да. А, да, похуй. Он все сохранит. Нет, голд прокол на породе у себя. Здесь все были реролы. Реролы и дропы. Дропы и реролы. Одну игру не дотерпели. Ну что, никто касаек не закинет? Ну и ладно. У, жуки какие, а? Смотри, деньги не дают. Деньги давай. Ладно. Крутим на СНЕСе. Снова СНЕС хапа. А, так СНЕС, я думал Steam. А, на Стиме там бы просто бы не засчитался золотой, был бы золотой после Стима. А, не, ну нормально, там похуй, можно не похуй. Ну конечно. Да я накрутил столько этих рероров. Знаешь, что сейчас выглядит, блядь? Че, Супер Голос не Голос? Не, блядь. Что, Мегамен X2? Не, не дай бог.
Все дружно плюем в монитор. Пролетел же. Октава. Кинтин, кибите! Давай. Я вот не так давно его проходил, поэтому у меня в памяти плюс-минус свежо должно быть. Но мне его на аукционе недавно заказывали, я поиграл первые 2 часа, супер быстро там 2 боссов убил за 2 часа. Возможно, у меня даже есть сейф, но это не очень честно. В смысле, невозможно, он точно есть. У меня была какая-то странная тема с твоими эмуляторами. А что же я играл-то в какую-то игру? В Кослу. В Кослу на ГБА. Ничего. А какой ты эмулятор играл? Ну, я не помню. Ну, короче, у меня даже версия для смоков. Короче, в Кослу на ГБА играл. И да. Знаешь что? Я, значит, открываю, короче, этот... Запускаю игру. Угу. А там старые данные поднимаются какие-то. Я не знаю, чьи твои, мои, я хуй знаю. Да. И что? И там за сейф ВЛГ. Сейф ВЛГ? Угу. Спасибо большое за косарь. Спасибо. Не, Метроид, я про. Будешь играть? Такое, да. Ну ладно. А ты хотел поиграть? Ну я могу. Я могу. А, ты? Я уже всю жопу просидел. Всю жопу просидел? Еще страшно, у меня танки есть. Ну, а хочешь метро? Ну ладно. Но сначала колесо. Это Метроид 3? Ну да, по факту Метроид 3. А второй тогда? Метроид на Геймбой. Они разве не трахались на самом? Нет. Своя точки на игре не снесь. Спасибо, не снесь. Спасибо. Спасибо, не снесь. Хорошо, аут подгадал, да, сейчас версия для смотков. Надо сейчас главное просто найти как можно больше е-танков и все. Все остальное не так критично. И забить хуй на поиск кучи секретов. Прям не все е-танки искать. Батин суп. Ах, хорошо! Опять еда, да? Всех присутствующих на вебке есть 15 секунд, чтобы не изменить. А, все, пиздец, нету ничего. Начать что-то. Да смерть. Да смерть. Хинкали живот! Ты ожог, ты ожог. Блин, а это плюс игра при провале, минус игра, но это же не тот пункт, где мы забайтились в прошлый раз. Не-не-не-не. Пиздец, мы-то забайтились. Нажрали на 4 игры. Не-не-не, это правильно. Нет, подожди, да? Пусть эти гиды поиграть. Нормально. Блин, ну ладно, если гиды ты сильно хочешь, я могу уступить. Да, нормально. Ты потом устанешь, я подменю. Хорошо. Давайте 1300 рублей, потому что мне лень донат Go обновлять, пожалуйста. Все правильно. А вы пока посмотрите интро-версии для сморков. О, вот, я же говорил. Самус Б. Любимая бровяновская музыка. Нет, не та. Ну это апгрейд. The last Metroid is in captivity. Не, все наполовину для смог. Или скипаем сюжет, чтобы не это. Скипаем все равно. Все и так. Да.
А его нельзя скинуть. А. Очень. Очень жаль. Это первая часть. Я думал, может... Чумной угол свалился. Чумной. Супер Метроид почти к Супер Марио просто. Без прикола, в чем сюжет? Ну, изначально Самус прилетела на планету, и там оказалось сражаться с космическими пиратами, а они там разводили метроидов, и она такая, нихуя себе, и переебала всем. Потом они все... А есть еще сладкое? Кроме этого? Нет. Ну, спасибо большое за сторону. Нюх, заебал, ты этот метроид пронесешь. Дай мне пострадать. Так он... Я страдать так буду. Тут не будет страдать. Чел, я еще быстрее пройду, скорее всего. Ты че? Да, тем более у Гитлера свежие воспоминания у меня. Так вот, в Галактической Федерации заинтересовались всеми этими метроидами и отправили Самус на планету, родную метроиду. Самус туда прилетела и всех тоже переебала там. Остался только один метроид, который на ее глазах родился, и она его пожалела и взяла с собой. Только при этом она поступила как сука и отдала этого метроида на опыты. В смысле? А? На что не так-то? С какой целью туда отправили ее? Че? С какой целью туда отправили? Ну, там была цель... А я даже, кстати, не знаю. Там была цель... Ну, вообще, посмотреть, что да как, и если все плохо, то перехуярить всех. А там их оказалось очень много. Да, но у нее там были чувства к метроиду, но она такая... Ну и, в общем, она отдала этого метроида на опыты, и это было во второй части, в конце. И вот сейчас, как только она отлетела от этой станции, то внезапно оказалось, что на станции произошел какой-то пиздак, и она такая, что за хуйня, и вернулась назад. То есть действие трех частей в одном месте, по сути? Нет. Ну, третья часть — это планета... Которая на первой части. А во второй части другая планета. Кнопку ускорения ты держи. Где? А вот. Гид, ну вот покажи, как ты его принес. А то только жрешь пока всю хату. Да в смысле, Гид 8 часов дрочил там эту... 8 часов дрочил, потом приехал. Нет, это неправильно, кажется. А это космический пират. Ты же можешь по диагонали стрелять. А, да? На бампере у тебя бы надо просто поднимать. Ну, все равно там летает. Его же все равно же здесь не убить, его нужно просто довести. Или тебя довести. Ящер. Когда он? М.У. Генси. Чел, ну успокойся. А то пока дрочишь всю хату. Ну кинь уже еще, надо кинуть всего 1000 рублей. Что ты по сотке такие? Вот! Спасибо большое! Спасибо, спасибо за хату! Давай сейчас я убегу, если так все. О, мод 7 как работает. Ух. То, что у Сеги. Ничего не может. Ну все, Самус сбежала. И теперь пойдет разбираться с этими пиратами снова. А снова ЗБС. Так, ладно, мы крутим колесо. На ЗБСе. На ЗБСе.
Так, 2700 из 1000. Это что получается? 200 рублей из 2. Получается заебись, да? Если меня плохо слышно или что? Ты бы хоть сказал, как именно звучит? А, хорошо! Стример, наваливший этот пункт, должен завязанными глазами на вкус отличить красное яблоко от зеленого. Ну, закажем красное яблоко и зеленое заодно в Яндекс.Лавке. Да? Запомним это, минус игра. Я должен отличить. Так это же легко. На ТГ должно быть X2? Нет, с ТГ мы убежали. Там не было никаких X2. Там просто было это. Все ок. Нормально слышишь? Ну тогда, значит, все должно быть ок. Вуп. Слишком изявый пункт. Ну кто его придумал? Мы что ли? Она еще не может скукоживаться? Не-не-не. За скукоживанием сейчас пойдем. Надо все собирать потихоньку. А нет, сюда, вниз. Да. Опять на СНЕС. Но пока есть ограничение по времени суток на один стрим, нет. Но есть ограничение подвальной кнопки для Джунджу. Джун-джун работать. Не будет старт-стопов? Я не знаю, а зачем? Если хотите, можно сделать. Но... Зачем? Лубок. Да, это он. Я не помню, справа, по-моему, ничего нет. Или есть. А, или справа и надо. А у тебя бомб разве нету сейчас? Нет, ничего нет, ничего. Ну, микробомб таких. Не-не-не-не-не. Чем вначале нет? Вот они. А нет, траки. Запись стрима больше 2 часов нельзя смотреть процесс. Ну ладно. Это резонно, да. Давайте, пока да, далеко, пока не ушли, тогда стоп, старт стрима. Стоп, старт. Стоп, 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 старт. Сейчас. Управление трансляцией. Все, готовы?